этой неделе может состояться встреча политических представителей Приднестровья и Молдовы. Наши дипломаты предлагают провести диалог в пятницу, 2 декабря. Местом общения в этот раз должен стать Кишинев. Сейчас ждут ответ от представителей Молдовы. Планируется, что на встрече будут и специалисты по вопросам энергетики и здравоохранения. Проблем много. Мы поговорим о свободе передвижения. И граждан Приднестровья, и политпредставители, и представители органов власти обязательно об этом всем поговорим. Так что ждем согласия на встречу молдавской стороны. Напомним, на прошлой неделе глава приднестровского МИДа не смог улететь в Москву из-за досмотра в аэропорту Кишинева. Виталий Игнатьев просто не успел на самолет. До этого также встречали нашу делегацию во главе со спикером Коршуновым. Они возвращались из рабочей поездки. Напомним, последняя встреча политпредставителей Приднестровья и Молдовы была 28 октября. Переговорный формат 5+2 не собирался больше 3 лет. На прошлой неделе президент Красносельский предложил возобновить его работу.